да будут прославлены пресвятые дары, истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы хотим сейчас быть с Иисусом. Этот час мы хотели бы подарить Ему и молиться вместе с Ним. Хотели бы открыть свои сердца, чтобы это время стало действительно временем молитвы. И поэтому этой ночью соединимся с Ним. Подумаем о Его молитве. Так мы будем размышлять над тремя моментами из жизни Иисуса вместе с нашими тремя миссионерскими домами Казахстана. Первым мы подумаем о Иисусе, как Он молился всю ночью перед тем, как избрать Своих апостолов. Потом подумаем, как Иисус учил нас молиться и учил Своих учеников молитве «Отче наш». И третье, когда Иисус просил нас, чтобы мы молились вместе с Ним, когда Он был в Гефсиманском саду. И поэтому, когда мы начнем эту молитву, пусть она станет временем отдыха. Однако в этом отдыхе хотим быть активными в сердце нашем. Хотим любить Его, и поэтому начнем с короткой тишины. Опустимся на колени перед Иисусом и вознесем Ему свою личную молитву. Те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом предал его. Моей любви.
Господь сотворил каждого человека для Себя и одарил его высочайшим достоинством по своему образу и подобию. И каждого Он призывает к счастью и к близким отношениям любви. И тот, кто согласится услышать Его зов и принять Его, получит удивительную благодать жить с Ним и в Нем, подобно этим простым апостолам. Бог жаждет дать и тебе свой свет, войти в тебя своей милостью, чтобы коснуться твоего сердца, возродить в тебе свою красоту и освободить от всего, что разрушает ее. Он знает всю твою потребность в любви, знает твое одиночество и боль, знает, как часто в эгоистическом поиске любви ты стремишься заполнить внутреннюю пустоту проходящими удовольствиями и даже еще больше скверны греха. Он жаждет прийти и сотворить тебя заново, жаждет поднять тебя на ту ступень чистоты и святости, которую для тебя предназначил. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешным, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешным, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О Мария, без первородного греха зачатая, молись за нас к Тебе прибегающих. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердца всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Владычица всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. Я есть пастор добрый, полагает жизнь свою за овец. Я есть пастор добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Иисус был действительно добрым пастырем, и это чувствовали апостолы, которых Он избрал. Они слышали, о чем Он говорил, видели так много сотворенных им чудес. Через свои слова и дела Иисус показал, открывал им свою любовь. Особенным было для апостолов видеть, как Иисус молится, Его отношения со Своим нашим Небесным Отцом. Апостолы видели, что Иисус молится совсем по-другому, чем они. Однажды один из учеников попросил Иисуса: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь». В этот момент Иисус подарил нам самую важную молитву. Он хочет,
чтобы мы доверяли Небесному Отцу, любили Его и познали Его бесконечную отцовскую любовь к нам. Кто видит Меня, видит Моего Отца. Я в Отце и Отец во Мне. В единственном откровении, данным Богом Отцом, матери Евгении Равазио, в откровении, которое получило признание Церкви, Небесный Отец говорит: «Я прихожу, чтобы Меня узнали таким, каков Я есть, дабы доверие в людей возрастало в той мере, в какой возрастает их любовь ко Мне, их Отцу, который движим лишь одной единственной заботой – бдить над всеми людьми и любить их, как детей». В другом своем послании Небесный Отец выражает нам свое отцовское желание быть близко к каждому человеку. «Никто не может понять той радости, которую я испытываю, когда нахожусь один на один с душой человека. Я живу с людьми в доверии, которые больше, чем доверие между матерью и ее детьми». Чтобы завершить это краткое послание, я даю вам обещание, которое будет действовать вечно. Вот оно. Называйте Меня доверительно Отец и любите Меня. Так вы все сможете получить от этого Отца, и Он подарит вам все с любовью и милосердием. Все те, кто от сердца назовут Меня по имени Отец, хотя бы один раз, не погибнут, но получат вечную жизнь среди избранных. Теперь и мы можем в глубине наших сердец со всей любовью назвать Бога Отцом. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое,
да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О Мария, без первородного греха зачатая, молись о нас, к Тебе прибегающих. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели
бедствий и войны, Владычица всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. Будьте здесь, останьтесь со мной. Бдите, молитесь. Бдите, молитесь. Будьте здесь, останьтесь со мной. В начале своих страданий, когда Иисус был в Гефсиманском саду, Он попросил: «Останьтесь здесь, бдите, молитесь». Иисус просит побыть с Ним, взглянуть на Него и соединить нашу молитву с Его молитвой. Иисус говорит святой Фаустине о молитве. «Когда ты размышляешь над тем, что я говорю тебе в глубине твоего сердца, ты получаешь большую пользу, чем если бы ты прочитала много книг. О, если бы души хотели слушать мой голос, когда я говорю в глубине их сердец, они бы быстро достигли вершины святости». Святая Мать Тереза Калькутская пишет: «Иисус желает, чтобы я еще раз сказал, как много любви у Него к каждому. Гораздо больше, чем вы можете себе представить. Действительно ли вы увидели глазами души, с какой любовью Он смотрит на вас? Действительно ли вы познакомились с живым Иисусом? Услышали ли вы слова Его любви? Просите об этой благодати, Он горит желанием дать ее вам».
Иисус желает, чтобы каждый из нас слушал Его. Его, который говорит к вам в тишине сердца. Будьте бдительны ко всему, что может воспрепятствовать личному контакту с живым Иисусом. Сатана будет пытаться использовать раны жизни, особенно ваши ошибки, чтобы убедить вас, что это невозможно, что Иисус действительно любит вас. Просто верьте, что вы драгоценны для Него. Положите ваши страдания к Его ногам и просто откройте свое сердце, чтобы Он любил вас такими, какие вы есть. Остальное сделает Он. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою.
благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, моли за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было в начале, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, не спошли ныне Духом Твоему на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Молитесь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. Послали хлеб небесный, аллилуйя. Все радости в себе содержащий, аллилуйя. Помолимся. Боже, Ты по спальным тайцам Христа искупил все человечество. Сохрани нас, тела Твоего милосердия, чтобы мы неустанно поклоняясь тайне нашего спасения, могли воспользоваться им.